Высший административный суд Украины отказался обязать президента Украины Петра Порошенко внести в Верховную Раду представление об объявлении военного положения. Говорится в судебном постановлении, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. Ранее в Высший административный суд поступил иск гражданина Олега Швеца, который просил суд признать противоправным бездействие Порошенко и обязать его внести в Верховную Раду представление об объявлении военного положения. Также юрист в иске просил суд обязать Раду рассмотреть вопрос процедуры импичмента Порошенко. В удовлетворении административного иска в части исковых требований о признании противоправной бездеятельности президента Украины, которая заключается в непринятии решения о введении военного положения в Украине или отдельных ее местностях, и представление этого решения Верховной Раде Украины на утверждение – об обязательстве безотлагательно рассмотреть вопрос об инициировании конституционной процедуры импичмента президента Украины отказать, говорится в судебном постановлении.